если ты повлияешь на жизнь хотя бы одного или двух человек, вот вложишь, вдохнешь в них что-то, да, то уже ты не зря прожил. Вот это в нас это все живет. И если человек немножко расширится, если он увидит это, он начинает к этому стремиться. Я считаю, что кто не стремится к этому, это бедный человек. Не из-за количества денег, которых он заработал или не заработал, а из-за того, что у него может быть немножко пусто внутри. Пару раз на каких-то фестивалях мы однажды увидели дядю Федора, который был тогда в полном доспехе. Это была вообще редкость, не то что для Минска, для страны, да, даже, наверное, бывшего СССР. Он был на коне, он был большой. Это, конечно, сродни тому, как увидеть, наверное, инопланетянина на какой-нибудь большой, огромной, красивой летающей тарелке, которая, сверкая, как бы пролетает мимо тебя на таком недосягаемом уровне. Для меня рыцарь – это человек, облитый сталью. Может быть, какие-то элементы кольчуги включать это, да, но на самом деле, вот чтобы все было закрыто броней, именно, да, именно железом. И мне казалось, что нужно просто показать, что, как это сделано, и люди начнут делать. Вот. И я понял, что если я буду один, то, наверное, можно что-то сделать, но это не будет иметь такого эффекта. Мы с товарищами, со школьными, любили играть в войнушку. У нас были такие мечи с клюшек сделаны. Мы надевали телогрейки и шапки-ушанки, колотили друг друга там до одурения. А Федор случайно проник в это помещение и сказал: ребята, так не пойдет. Давайте будем заниматься по-серьезному. То есть телогрейки — это все хорошо, и шапки-ушанки тоже. И показал перчатку, я помню. Шлем и перчатку. И кому-то он надел шлем, кому-то дал перчатку и сказал: лупи, посмотри, как круто. Вот, ну так все и произошло, в принципе. А потом Федор провел обстоятельную беседу, сказал, что рыцарь — это не только телогрейки, вот, а еще доспехи. Так, наверное, все и завязалось. То есть даже если я вижу, что человек, скажем так, мнется, да, то все равно я буду стараться как-то его вовлечь и что-то ему дать, для того, чтобы заинтересовать его. Вот в этом и состоит цель рыцарского клуба. Одна из целей. Поехал с друзьями посмотреть на фестиваль, вот, ну и так очень навязчиво шлялся по лагерю, меня все пытались выгнать, в итоге вот так судьба распорядилась, пытались выгнать, вот, на самом деле там оказался одним из тех, которого особо-то не выгнал. Конечно, смотрел на каждого как на человека, с которым можно так сказать, завтра в бой, да? Если бы у меня была такая способность определять и отличать людей, может быть, все было бы по-другому. А по поводу финансовой составляющей есть различные, назовем их, рычаги и возможности, различные возможности, так, для того, чтобы не вкладывать больших денег. То есть, если человек что-то умеет делать руками в коллективе, один может шить, другой умеет делать пуговицы, да, например, чтобы не отливать их, не платить деньги, да, а чтобы изготовить штамп, делать штампом. Третий умеет, допустим, что-то делать хорошо из дерева. И как в средневековье, натуральный обмен. Когда большой коллектив, люди обмениваются информацией, опытом и своей работой. И если человек действительно вливается в это так, более серьезно, практически затраты небольшие.
тех людей, которых можно там послать, например, в магазин за сыром, магазин, который находится в 50 метрах от дома, а вернуться он мог с каким-то попугаем огромным, который почему-то оказался на дереве, говорящий, откуда-то он там улетел, соответственно, без сыра, без молока, но с попугаем. И дальше надо было решать проблему, что делать с попугаем, куда этого попугая деть, или там с какой-нибудь собачкой, или с кошкой. И, в общем, совершенно непредсказуемые поступки. Во-первых, Фёдор по знаку зодиака близнецы. Близнецы имеют такую особенность, что сегодня он говорит: я эту вещь покупать не буду, мне она совершенно не нравится, вообще это какая-то чушь, не буду вообще, что это, что это. На следующий день он говорит: так, покупаем, классная, вообще посмотри, это же... То есть он меняет кардинально свое мнение, и каждое может быть там 5 часов. И в одном случае он совершенно искренний, в другом случае он тоже совершенно искренний. Близнецы, то один высовывается, то второй, и привыкнуть к этому нельзя. Поэтому никогда не знаешь, что ждать. Перед тем, как выйти за меня замуж, мы с ней договорились о том, что в моей жизни есть... такое хобби. Хобби это назвать трудно, это уже практически какой-то, наверное, заворот, скажем так. Ну, нормальные люди, которые просто ходят на работу, смотрят футбол и по выходным гуляют в парке, вообще не понимают, наверное, то, что происходит с такими людьми, как я. И не могу сказать, чтобы она меня поддерживала так, вот. Но, с другой стороны, отношение немного изменилось. Отношение немного изменилось, наверное, за последние 10 лет. Вначале все-таки она как-то смотрела тоже так искоса и прислушивалась к мнению обывателей по этому поводу. Но все-таки мы меняемся. Когда два человека живут рядом, они меняются, они друг под друга подстраиваются и как-то, может быть, даже становятся немного похожи. Но, слава богу, у нас в семье только один такой человек, который, можно сказать, тогда выбивается из канвы вот общей массы. И, слава богу, моя супруга этим не увлекается, но я подчеркиваю, где-то, может быть, она может поддержать, но это не такая явная поддержка. Мне достаточно того, что человек просто лоялен. Раньше ездила все время, ну, не все время, но там через год, через два ездила. Грюнвальд, Чехия... ездила, но потом мне тоже как-то это наскучило. Ну, один раз посмотрел, второй раз посмотрел, третий. Если ты в этом не участвуешь, то как турист, ну сколько ты можешь посмотреть? Раз посмотрел, два посмотрел, три посмотрел, на четвертый раз уже неинтересно. Когда человек приезжает на мероприятие, и когда он выходит непосредственно, не на, есть же репетиция, да, перед тем, как что-то проводится, обычно делают такой как пробег. Кто куда идет, и кто как... наступает, когда отступает, когда делает какой-то маневр и так далее. На репетиции это все весело, задорно. Вот. Но когда человек окунается уже, когда непосредственно звучат взрывы, не звучат, а они рядом с тобой, это все дело рвется, да? Вот. Когда ты чувствуешь мембраны свои, да, как это называется, да, грудной клеткой, ты чувствуешь дыхание артиллерийского выстрела, да? Немножко меняется восприятие, вообще даже мироощущение. Не могу сказать, что ты себя чувствуешь прям вот такие, знаешь, вот в начале 19-го там, или 17 веке, но элементы, которые привносят в эту инсценировку вот, реализма, да, они на самом деле захватывают. И если человек, не знающий, например, когда стреляет, производит залп, орудие, даже, например, у тебя за спиной забывает открыть рот, ощущения такие действительно, как на войне. Вот. Ну, интересно, это все интересно. Интересно пройти, попробовать, интересно пощупать. Дело в том, что еще это не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Наверное, нет ни одного реконструктора эпохи Наполеона, ну и, скажем так, половины ее, да, этой реконструкции, который бы не получил какую-то, пускай небольшую, но травму. Есть и летальные исходы. И ты идешь, зная наперед, что может случиться. И ты смотришь, ты заглядываешь в лицо артиллеристу, который направляет на тебя орудие. Может произойти все, что угодно. И поэтому это чувство, этот впрыск адреналина, который поступает в организм, придает, ну,
непередаваемые чувства. Это не драка. Ты не можешь уклониться, ты не можешь наклониться, ты не можешь присесть, ты не можешь развернуться, отойти в сторону. Ты идешь туда, куда тебе показывает твой командир. Все. Это простая солдатская работа. Допустим, опаздываю в школу, беру дневник, записать то, что опоздал, и тут же вкладываю туда какой-нибудь флайер с папой. Дело в том, что моему старшему сыну 16 лет. Вот. Получилось так, что родился еще один ребенок в семье. Вот. И зарплаты педагога внешкольного образования, я работаю здесь на 1,5 ставки, стало элементарно не хватать. Поэтому пришлось найти вторую работу и в первой половине дня заниматься одной работой, в второй половине дня другой. Это пока получается совмещать, и слава Богу. Я же одна не могу, все время тяжело, тяжело. Вот, и естественно, что когда он постоянно в каких-то отъездах или в клубе, я говорю: «Федя, ты что, у нас же ребенок, давай смотри, принимай участие». Сильный человек – это тот человек, который следует своим идеалам до конца, который не сворачивает с дороги, когда появляется встречный ветер. Все. Делай, что должен, и будет, что будет. Я думаю, что всех объединяет любовь к Родине. Вот это самое главное. А суть остается неизменной.
это знание, скажем так, знание и любовь к истории своей страны, своего государства, скажем, своей страны. Да? Вот. И память предков.